Так, как видите, у нас шнурок связан из двух нитей. Соединяем две нити. Я вам покажу, как я соединяю две нити здесь. И начинаем вязать. Пока покажу узор, как я это делаю. Вот первая нить у нас рабочая, а вторую мы просто будем перекидывать на крючок. Раз, перекинули. На крючке 2 петли, провязываем, перекинули, провязали, перекинули, провязали. Давайте еще ближе покажу. Вот на крючке 1 петля, перекинули нить. Провязали, перекинули от себя, провязали от себя, провязали, и в результате получается вот такая красота. Так, ну что, давайте начнем ручки вязать. Я покажу, как мы крепим нити. Нам нужно закрепить две нити. Находим петлю, ну вот под цвет этой пряжи, с лицевой стороны, туда наизнанку хвостик выводим. И там же, ну, на этом месте, где у нас должна быть ручка, мы же отметили уже место. Так, и вторую нить. Здесь мы так слегка закрепляем, делая, знаете, не узелок, а бантик, чтобы можно было легко потом распускать. Все, у нас закреплены нити. Сделаю здесь узелок на этой нити. Так. Все, узелок у нас есть, и нам нужно теперь, чтобы этот узелок был впритык к полотну нашей сумки, поэтому мы распускаем наш бантик, затягиваем ту пряжу, которая у нас, на которой у нас узелок, и все. Теперь у нас, видите, вот плотно прилегает нить полотно. Коралловый цвет у нас будет основной, а бежевый вспомогательный. Ну что, начинаем вязать. Так как я показывала чуть раньше, здесь вначале немножко неудобно, но при вязании вот сейчас будет затягиваться наш узел. Мы потом, когда ручку довяжем, здесь еще крепче это самое сделаем узелок. Пока на это не обращайте внимания. Так, вяжем. Нужно вязать количество. Я вам скажу, сколько петель довяжу, пока не знаю. Но самое главное, надо, чтобы обе ручки имели одинаковое количество петель, чтобы они у нас были относительно симметричные. Вот у нас уже ручка такая симпатюлька идет. Видите, вот здесь я закрепила с внутренней стороны, с изнаночной стороны ручки, а здесь у нас будет идти снаружи ручка. Будет намного красивее. Давайте я сейчас довяжу и скажу, сколько там
петель у нас получилось. Сорок семь. Смотрите, вот я вязала 47 петель. Так, можно покрутить, чтобы не прокрученная у нас получилась. 47. И думаю, что вполне достаточно длины ручек. Еще, знаете, я подумала более легкий способ, как закрепить нить. Я сейчас вам покажу. Так, 47 мы сделали. Давайте последнюю петлю провязываем двумя нитями, отрезаем. Вот. Также сейчас будем вести по отдельности одну нить и вторую нить наизнанку, и здесь узелок сделать. А чтобы сделать попроще, вот как мы начали вязать, я подумала вот о чем. Можно сделать, взять две нити сразу. По-хитрому можно сделать. Сначала вязать шнурок. Но для этого мы делаем. Начинаем вязать как бы, как обычно, да? Вот узелок сделали. Дальше начинаем вязать шнур, а потом уже эти хвостики вводим в нужное нам место. Только нужно стараться, чтобы между хвостиками было 1-2 петли, чтобы не сильно затягивало сумку. Давайте второй тоже сделаю ручку. И потом сделаем, как обычно, дефиле с нашими куклами, как это будет смотреться. Вот смотрите, одна ручка у нас уже готова. По-моему, очень симпатично. И так эффектно смотрится, когда лежит. Так, вот эти уже уберу. Вот, и так, и хвостики спрячем. Давайте в ускоренном видео я покажу, как креплю вот эту ручку. Прячем тут все хвостики наши и смотрите, что у нас получилось, какая у нас красота получилась. Эта сумка у нас тоже очень красивая, но она такая как бы более элегантная, что ли, в таких строгих цветах, а это такая более яркая, как раз пляжная, такая веселенькая сумочка у нас получилась. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Ставьте лайки, подписывайтесь. На канале будет много чего интересного. Ну и сейчас покажу дефиле с игрушками.